Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Скажите, Ката и Кумете мешают друг другу или нет? Я считаю, что если ты на профессиональном уровне находишься, я думаю, что немножко мешает, если выступать, например, взять чемпионат мира по ката и кумите, там разная подготовка, и, как мне кажется, это немножко мешает. Если ты находишься в начальном пути, я считаю, что это не мешает, это наоборот даже как-то тебя стимулирует, и мышцы по-своему работают, играют. Так что, если ты молод, как говорится, и готов заниматься и тем, то лучше заниматься. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!